Настоящий праздник для детей прошел сегодня на главной площади Каспийска в честь Международного дня защиты детей. С раннего утра здесь звучали всеми любимые песни нашего детства, а на асфальте ребята изображали полет своей творческой фантазии. Дети сами думают, что им рисовать. Мы в художке и так их ограничиваем в том, что мы заставляем по теме рисовать. А здесь мы говорим, что рисуйте солнышко, море, счастье, то, что вы видите каждый день около себя. Отметим, что в данном конкурсе нет ограничений в выборе рисунка, так как тут нет победителей. Кроме того, на площади развернулись различные тематические площадки, где дети могли чему-то научиться и просто повеселиться. Так, Центр традиционной культуры города Каспийска открыл для детей площадку с мастер-классом по оригами. Сегодня мы посвятили праздник детям. Наши мастера вместе с детьми изготавливают цветы из бумаги и делают стену дружбы. Каждый ребенок пишет свое имя на своем цветочке, и мы делаем общее панно. В рамках данного мастер-класса директор Центра традиционной культуры города Каспийска Екатерина Дедковская наградила участников конкурса чтецов к столетию Расула Гамзатова. Неподалеку также расположились игровые площадки «Форт Боярд», организованные компанией «Green Group», где каждый ребенок мог найти занятие по душе. Отметим, что больше всего детям запомнился ручной питон. На меня его прям ставили, это чувство было, ну вот кажется, что беспозвоночные, ну, змеи говорят, ну, в фильмах, а так, когда их трогаешь, уже не верится почему-то. Кроме того, дети получили вкуснейшее сливочное мороженое, сахарную вату и шары от компании Green Group. А для их безопасности волонтерская группа провела раздачу панамок, чтобы у детей не случился солнечный удар. Такой праздник на долгое время останется в памяти у юных каспичан и их родителей. Нам больше всего понравилось, наверное, то, что весело, музыка играет, что столько народу, и можно почувствовать выходной. Вот. И дочка тоже довольна, и много аттракционов. Поздравляю всех детишек с праздником, всех маленьких, всех больших. По сути, это наш праздник для всех людей.